ибо поистине кто отделяется от Христа... Раннее утро 15 ноября. Печку затопили. Читаем Евангелие. А кто подобно Павлу прилепляется к Господу, 1 Коринфянам 6 глава 17 стих, тот постоянно простирается вперед. Филиппийцам 3 глава 13 стих. Кошки заперты. Он же, показывая, что не нуждается ни в ком, ни в служении или в попечении от них, говорит им, не хотите ли и вы отойти? То есть полная свобода. Бог дал свободу. И не хочешь идти, никто не удерживает. А не так, ты нашу веру не принимаешь, зарежем. Что сравнивать-то? До конца показывай. Оператор у меня очень интересный. Вчера посмотрел я специально, как операторы советские. Огромная аппаратура, застывает, несколько минут снимать можно. А в атаку кинулись, говорит. Они в окопах, потом выскочили бежать. А он должен сначала первый проползти, чтобы лица-то показать людям-то. Он должен впереди всех быть. Сколько было операторов? Ну, операторов было не меньше, чем у Гитлера, там 280, кажется. Из них каждый второй был ранен, и каждый четвертый убит. А это готово. Тот возьмет, упрется на одну, но глаза-то поворачивает, глядит, там какие-то события, что-то передвигается, ничего не видит. Сколько ни говорю, ни... Почему? Неинтересны такие. Кто бы не взял это дело-то, тогда... То там у меня приехал, его дочь поет здесь, вот, там, ногами-то не дави эту треножник-то. Отойди маленько. Вы неинтересны в съемке. Фикус вот так висит. И он снимает, и ни разу не сдвинул с места, ее даже лица не видно. Туда направил, руки сложил, стоит, дальше нет. В одном месте, как он так направил на свою ширинку. Я думаю, он записывает, он мне ширинку свою показывает. И показывает не одну минуту, полчаса. Вот дерется, это она нападает. Видишь, какая коварная. Ну, видишь, гоняет. Почему напротив он не похвалил 12 учеников за то, что они не отошли вместе с прочими. С одной стороны, чтобы сохранить достоинство учителя, а с другой, показать и нам, что таким образом можно еще более привлечь. Вот разные еретики, сектанты там выходят, проповедуют и говорят, хорошо, ну скажите, вот эти места Писания вы слышите? Попробуйте выразить, чтобы людям было понятно. Вот как Баженов и Филакта, не получится. Потому что обходят вот так вот, волнами. Одним берут стих, другой обходят. Ни разу за 53 года я не слышал, чтобы где-то проповедовали у баптистов на книгу чисел 16 глава. Как огня боятся ее. Как евреи 53 главу Исаии. У каждого есть где-то зона молчания, как у Гитлера. Почему? Если ты даже самое маленькое упустишь, черта йота пропадет, это будет... Большая трагедия, чем земля и небо исчезнут. Ну как это не видеть-то? Ну, прямо таких мест я могу показать сколько угодно. Пятидесятники, духи святые, эти, дух повинуются пророчески пророкам. Нет толкователей никакого, орут, ползают, там Шаповалов из себя прямо из шкоры вылазит, там Ледяев. Ну видно, что буйное помешательство, буйное, ничего нет. Деньги там, купюры там собирает. Этими ведрами идут ведра, 10 ведер специально купленные опускают. Только это, больше ничего нету. О людях вообще разговора нет. Попробуйте на женщин, которые сидят, орут, падают там, надеть платки. Не получится, ни одной нету в платке. Просто, мужчины бороду не трожьте, наденьте пояс. Не получится. Вот какой пришел, тебя Бог любит такой, какой ты есть. Больше лжи придумать нельзя. Бог любит грешника. Откуда вы взяли? А грех не любит. Я говорю, грех как будто какое-то ведро с медузой стоит отдельно. Бог любит грешника кающегося. Слово-то это не говорят, и получается стопроцентная ложь. Бог ненавидит грешника, уничтожает его потопом, Содомы, ведь, которые там на Западе. Ну же видите у вас, что там делается. Это у нас, я был в Вашингтоне, говорит, да, епископ Манхэттенский, никакой он, говорит, Гоморский. Епископ Гоморский. Вот мы считаем, и вот сразу подумай, есть ли такие сегодня, которые так истолкуют, как Баженов и Филакт. Много-то и не надо здесь. А вот эти слова его надо рассудить. О чем он говорит? Почему сказал так? Почему накормил столько-то, не считая женщин и детей? Да она женщина более прожорливая.
Почему ее не считать? Ребятишки, ну сколько всего было-то? Хотя примерно кто-то подсчитал. 12 не доели. А сколько съели их? Тысячи было. Ну, мне примерно хотя бы ничего нет. Не знаю. А зачем эта цифра 153 рыбины поймал? На какой рыбак сегодня рыбу считает по головам? Тонны? А здесь по головам. И рыбы большие. Сколько? Хотя в других местах там написано талант, там весы какие-то, сикли. Почему? И у тебя мозги начнут переворачивать тебе мысли-то по-другому. Значит, это важно. А что оно означает? Просто плевелы, пшеницу оставьте, оставьте. Не трожьте, оставьте. Одни плевелы вырывают раньше, а другие пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Жатва кончина века. Все, толкование кончилось. Воскресенье будет только одно. Пришествие Христа второе было, первое, второе, не три, не четыре. Никакого тысячелетнего царства не будет, оно идет. Ну, маленько только вникнуть, друг у друга лжепророки воруют слова. Когда считаешь это, ну, что, никогда не видели, не считали. Представь себе, проповедует. Вот открыто, я знаю, Геннадий Пас, вот тот открыто сказал, говорит, когда у меня первый раз беседовали, беседа продлилась до 4:30, кажется, утра. И он был уже православный. Я говорю, ты избери, брат, тему, какую у вас у баптистов. Он еще Генрихович из Томска приехал. Преподаватель Томского университета был. Физик-математик. Вот. Избери какую тему, которую ты знаешь, что точно. Ну, решил, что о 10 девах. И дальше я начал задавать, ни на один вопрос ответить не может. И он говорит, я понял, у нас от головы знания, а у православных от Духа Святого. И в полночь раздался крик. Даже что такое уснули? Ну, это ослабели все. Так тогда бы другие не вошли, ослабели. Это тут легко это опровергнуто. Уснули, друг нашла, Лазарь уснул, то есть умер. Умер. А умер, смерть от нас не зависит. Даже никакого соображения-то нету, притом везде одинаково. Пища к Богу не приближает и не отдаляет. Я говорю, а где узнали? Ну, написанного Павла. Ну, найдите, где, найдите, что не приближает и не отдаляет. Притом все 100% одинаково. И православные также. Она отдаляет. Из-за пищи человек из рая вывалился. Ведь он взял-то не то, что сейчас разломлю яблоко и знание иду. Он о знании не думал. Вожделенно для плоти, похоть очей. Вот начни только это, и ты увидишь, что у тебя тоже что-то зашевелится в мозгах. Притом, братья и сестры, все одинаково проповедуют. И патриарх, нету братья и сестры, к сестрам не обращаются, даже это не понимают. Когда не было еще у меня симфонии, посчитать, так я руками считал, сколько раз братья и сестры. Ни разу во всей Библии. 4 века. Дальше мне было трудно проследить, трудно достать труды святых отцов. Ни один не обращается, а проповедует в храме. Проповедь Иоанна Златоуста, 12 томов. Каждый том 850 страниц в среднем. Ни разу, братья и сестры. Что тут доказывать-то? К ним нельзя обращаться. Мужчину и женщину сотворил их. То есть в мужчине все это. Вот и ответ. Ответ только в этом. Дальше. Ибо если бы он похвалил, то они, быть может, испытали бы нечто человеческое и возгордились, думая, что своим последованием за ним одалживают его. А показывая, что не нуждается в их следовании за ним, он более мог удержать их, как более благодетельствуемых, чем благодетельствующих и получающих благодать, а не дающих. Так они уходят. Ничего. Уходят. Это путь их. Они все здесь слышали. Примечай, как благоразумно он выразился. Не сказал отойдите, ибо это значило бы отталкивать. Но спрашивает, не хотите ли отойти? Вот сегодня так, когда скажут, ой-ой-ой, да он не заботится об обществах своих. Ну, упрек-то к Богу, ко Христу. В первую очередь, ко Христу. Таким образом предоставляет полную свободу, следовать или нет, показывая, что он хочет, чтобы следовали за ним не из стыда перед ним, но по сознанию, что за последование получат благодать.
какая свобода. Думаешь, ну зачем Господь дал свободу? Страшный дар. Ну, руководил бы ими, и все. Ну дай свободу собаке, выпусти ее. Самая ученая, все, ничего нигде не будет. А ее учат, она на поводке, определенная свобода, в присутствии хозяина, с чужими не знает, не заразится глистами, никого не укусит. И не было бы Гитлера, ни Ленина, и жили все как святые. Но Бог дал свободу по образу и подобию своему. А не так. Примите нашу веру, не принимайте, головы режем. Ну, сатана. Да где же это такое есть? Не принял, ну, ваше дело. Не хотите ли уйти, никого не держу. Все? Все. Вот так. Давай.